просторного Дугинского района Смоленской области. Прекрасная естественная среда для обитания диких животных, птиц и редких растений. Но звук выстрела глубоко в чаще леса привлек внимание охотоведа и егеря. Обходя территорию, сотрудники обратили внимание на человека, который выходил из лесного массива. Позже выяснится, это 38-летний местный житель с ружьем наперевес. Попытка скрыться бегством не удалась. Охотовед и егерь задержали незнакомца до прибытия полиции. Мужчина отрицал свою вину и не планировал сознаваться в злодеянии. Но благодаря полиции картина преступления полностью прояснилась. В ходе обследования охотничьего хозяйства сотрудники полиции установили место отстрела дикого животного. Из туши изъята пуля. Вещественные доказательства направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Смоленской области. Результаты проведенного исследования показали, что отстрел был произведен из ружья, принадлежащего задержанному мужчине. Жертвой браконьера стал парнокопытный житель леса – благородный олень. Своим действием мужчина нанес вред охотхозяйству на сумму 455 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», которая предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Олег Соловьев, Светлана Разганова, Десна ТВ.